Вот сейчас у нас завершается тест скорости загрузки. Так, вот в этот раз здесь у нас 3390, здесь 4700. Давайте попробуем еще раз. Потом поясню. Времени мало, а скорость сети нестабильна. Так, вот этот смартфон у нас работает по протоколу. Здесь буковка H горит, здесь горит буковка H+. Вот специалисты, надеюсь, в комментариях пояснят, что из них VCDMA, HSDPA и HDPA+. Интернет от МТС нестабильный. Вот сейчас у нас получилось 2700, здесь 3900. То есть протокол передачи позволяет передавать где-то в полтора раза больше. Когда скорость доходила до максимума, на этом смартфоне я получал 5000 килобит в секунду, то в этот момент здесь было 8-9 тысяч килобит в секунду на этом смартфоне. При той же, видимо, загруженности сети МТС. Давайте еще разочек. Так, вот сейчас здесь получили 5000, здесь 2700. И еще сейчас устроим один прогон, чтобы уж окончательно убедиться, что смартфоны на процессорах MTK6589 работают по более быстрому протоколу, нежели смартфоны на процессорах MTK6577. Давайте и еще один тест. Какая скорость может быть, оказывается, у МТС. Ну, здесь вот на пике как раз около 8-9 тысяч было. Так, ну, видимо, МТС там маленечко разгрузился. Так, здесь опять получилось 3000, 3400. Здесь у нас почти 6. Так, еще раз. Раз уж. Ну, вот такие вот результаты. Можно сказать, что интернет в сетях 3G на процессоре 89 быстрее, чем на 77 в 2 раза. Жду комментариев. Спасибо за внимание.